Всем привет, всем здравствуйте, вы на канале Волжанин163, зовут меня Дмитрий. И сегодня хотел бы поговорить о такой теме. Что такое пикер? Пикер — это деликатная снасть, сделанная для получения кайфа, для такой ловли спокойной, свободной на малом течении, либо на стоячих водоемах. Также с ним можно подойти в труднодоступных местах, так как позволяет рост. Пикерное удилище имеет рост от 2,1 до 2,7. Хотя много где идут споры о том, что и 3 метра, и 3,3 это все пикера. Но по-научному считается, что от 3 до 3,3 вот эти два роста, это уже light feeder. Следующий идет уже medium. 3,6. Но как-то лайтфидер на языке не очень, а вот пикер, он и есть пикер. Просто звучит и понятно, то что снасть деликатная. Многие рыболовы при выборе удилища как-то опасаются, побаиваются его нежности и так далее. Вот, допустим, сегодня мы будем тестить это Волжанка Optima EV Pro 25+. Вроде бы рабочий диапазон ее 25 грамм плюс корм. Это в среднем где-то, ну, до 40. Но это не так. Бояться перегружать ее не стоит, но и особо увлекаться этим тоже, так как мы можем нарушить прочность бланка. Появятся микротрещины на стыках и на самом бланке, поэтому как бы особо перегружать можно, но не сильно. А чтобы убедиться в этом, я подготовил для этой палочки вот такие вот подарки. Сейчас мы их будем поочередно пробовать бросать вместе с кормом. Если получится с двух сторон, буду снимать. Посмотрим, как она прогибается и насколько что летит. Ветерок встречный, но что-нибудь да получится. Погнали. Вершинку поставил, это 0,75 унций. Тоже как бы... Некоторые, видя 0,75 унций, то как бы опасаются ей бросать сильно большие груза. Вот на ней написано, это 21 грамм. Ну, я так скажу, вершинка — это продолжение плетенки. Ну, основного шнура, плетенки, либо лески. То есть она на заброс роли не играет. Она играет роль на чувствительность поклевки. И все. Погнали, зарядим сейчас простецкий для нее вес. Это 20 грамм. 20 грамм плюс корм. Ну, корм 10, итого 30. Вроде бы ее рабочий вес. Погнали. 20 плюс корм, того где-то 35. Ну, не ее. Не ее это вес, бланк вообще не прогрузился, даже по ощущениям не было, что какие-то прогрузки и так далее. Пошла вообще не особо. Так, на сколько улетело? Погнали. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Раз, два, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Раз, два, три, 4, 5. 46. Оборот 87. Ну, пусть 90. Ну, и того получается, 30 граммами кинули в районе 40, ну, чуть больше 40 метров. Грузим дальше. Так, это тоже 20-ка. Давайте 30 пропустим, сразу поставим ей 40. Премьеровские кормушечки, кормоемкость также где-то 12-15 грамм, ну и того 50 грамм, да? Погнали. Ну вот 50 грамм, она уже чувствует, что прогрузилась. Само удилище еще от Волжанки получилось такое
так скажем, если Optima Evo вся она является параболиком, то 2.7 приближен как-то он даже к Айрону, но жестковатое удилище такое. Но легенькое. Легенькое, маленькое, вообще удобненькое. Так, оборот я скрутил, не забыть. Так, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 50. 1, 52, 53, 54, 54, ну, чуть дальше 30 граммовый кинул. Это получается 54, 45, 40, 49 метров. Итак, ну вот полтинник, там чуть больше 50 грамм, уже чувствуется прогрузка. И, соответственно, вот грубо ее тест. Следующая гармошечка. 50 грамм, уже серьезные такие размеры. Плюс кормоемкость у этой кормушки уже больше 20 грамм. 50 плюс 20, ну, чуть больше 20, пускай 70. 70 грамм. Волжанка Optima Evo Pro 25+. Вообще спокойно, без напряга. Никаких ни хрустов, ничего. Мало, надо еще грузить. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сорок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пятьдесят. 51. 51. Кинула на 47. Давайте сейчас с другого диапазона возьмем. Так, второй бросочек. С другого ракурса посмотрели прогрузку бланка. Да и я заодно потом посмотрю. Так, барабанная дробь. Тю, полетела. Ну что, по-моему, подальше улетело. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, семь, восемь, девять, десять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Двадцать, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, сорок, раз, два, три, четыре. Пятьдесят, раз, два, три, четыре, пять, шесть. 60. Да, 60. 54 метра кинуло. Это уже интересно. Ну вот, 50 плюс корм, итого чуть больше 70, бросает отлично. Почему заостряю внимание на вершинке? Потому что при выборе удилища многие еще побаиваются таких весов, видя там на ней 0,75 унций, либо даже унцию, это 28 грамм. То есть сразу задаются вопросом, а я могу кинуть больше 28 грамм? Конечно. Ну что, последняя из весов, что у меня есть, самая большая, это 70 грамм плюс корм. Того получается сколько? 90-94 это получается. Взвешивал дома на весах кормоемкость этой кормушки. Получается 94 грамма. 94 грамма. Волжанка Optima Evo Pro 25+. Бланк уже вот прогрузился. И то не весь. Прогрузился до стыка. А здесь все нормально. Ну что, с Богом. Ничего не понимаю. Да, появился провал. Но никаких хрустов. Провал появился. Она уже как-то толчком так кидает, то что видно. Тяжеловато ей. Но никаких хрустов, ничего нету.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, семь, восемь, девять, тридцать. Раз, два, пять, шесть, семь, восемь, девять, сорок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь. Сорок семь. Сорок семь. Сорок семь. Того получается 36. И 41, 42. Вот, в принципе, 90 грамм она швырнула, как первую 30-граммовую кормушку. Ну, 20 плюс корм. Так, это становится интересно. Хочу еще. Погнали маркеры. Девяносто пять грамм. Девяносто пять грамм. Конкретно вот 95 грамм чистые, чтобы вы не думали, что я вас обманываю. На кормоемкость. Улетела грубо так же, как и предыдущая кормушка. Блин, палка оттас, короче. Кидает все. Не, на нее, короче, можно еще повесить. Раз, два. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 58. Итак, какой можно сделать вывод по данному удилищу? Удилище имеет хороший запас прочности. Сам бланк сделан намного строже его предшественника, обычной оптимы. Кому нужно удилище почувствительней, берем на рост больше. То есть трехметровый уже будет поинтересней. Лично мне очень зашла палочка 3,3. 40+. Вот в ней прям все. Это не медиум и не пикер. Она не тяжелая, не легкая, вот что-то среднее, и обладает очень сильной чувствительностью. Прям, ну, мне очень нравится. Это уже кому как говорится. Ну, а это удилище тоже заслуживает внимания, потому что бывают некоторые моменты, где не подойти уже даже с 3,3. Это деревья, кусты и так далее. А вот 2,7 будет в самый раз. Имеет три вершинки, 14, 21, 28 грамм. Первая вершинка из стеклопластика, остальные две уже из карбона. Транспортная длина 118 сантиметров, вес 145 грамм, что в паре с катушкой 2,5-3-тысячной больше и не надо. По идее, даже люди ставят и 2-тысячную, чтобы наиболее было комфортно ловить таким удилищем. И вес получается в сборе не более 400 грамм. Ну, это вообще, считай, просто сказка. Ну, вроде вот так вот, вкратце и по порядку. Если что не рассказал, пишите, отвечу. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, но палочка интересная. А на сегодня все. Ни хвоста, ни чешуи. Всем пока.